Мой сосед Незнайка стонет, телефон его не звонит, аппарат хитрец молчит, ждет, когда он позвонит. День русского языка отмечается 6 июня в день рождения Пушкина. Поэтому мы решили проверить, насколько грамотны наши студенты и не запутаются ли они в произношении сложных слов. Давайте узнаем. Русский язык велик и могуч, и в нем немало сложностей. Для некоторых зачастую даже родная речь вызывает вопросы в произношении. Неудивительно, что и книгоманы периодически допускают ошибки. Меньше всего проблем возникает у тех, кто обладает свежими знаниями. Это школьники и студенты. До скольки или до скольких? Да, до скольки. До скольки. Скольки? До скольких, по идее? Да, до скольких. Второй. До скольких? До скольки? До скольких? До скольких? До скольких? Друшлаг или дуршлаг? Друшлаг. Дуршлаг. 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 Килограмм помидор или помидоров? Килограмм помидор. Помидоров. Килограмм помидор. Помидоров. Килограмм помидоров. Помидор. Килограмм помидоров. Щипает или щиплет? Щиплет. Щиплет. Щипает. Щиплет. Щипает, да, щипает. Щиплет. Щиплет. Кофе он или оно? Кофе это он. Оно. Допустим, оба варианта, насколько знаю. Он. Кофе он, по-моему, кофе. Он. Так и так, правильно, я точно знаю. Оказывается, запомнить все слова не просто даже тем, кто грызет гранит науки. Поэтому наш эксперимент – отличный повод освежить знания.